Здравствуйте, дядя Володя. Из всего живого, что у меня осталось, это сверчок. И то он куда-то убегает и не хочет со мной не иметь никаких дел. И я вот сижу в своей закутке. Мне здесь ничего не видно и ничего я не понимаю. У меня вот не садятся чего-то головки. Может быть, мне сюда наложить гаечек? Вот они не садятся почему-то. А еще у меня карбюратор. Я не могу его прикрутить. Может, он как на ПСе, на резиночке крепится. Вот не подходит. Коллектор почему-то у меня вот здесь. Подскажите, дядя Володя, пожалуйста, мне. Что мне делать? Пожалуйста, подскажите. У меня последняя надежда на вас. И вот на этого сверчка. Если он сегодня к вечеру не убежит от меня никуда, иди, сверчок, сюда. Иди, помоги мне, пожалуйста. Всем спасибо, всем пока. Это была пародия на меня самого себя.